Привет, друзья, с вами Джинлав, и это 9-й урок проекта по быстрому запуску сайта. Итак, в этом уроке мы с вами настроим заголовок, добавим туда логотип и выберем расположение вверху или внизу. Сейчас вы все увидите и поймете, о чем идет речь. Итак, наводите на внешний вид, нажимаете «Настроить». Далее. Что мы делаем? Мы опускаемся вниз, протягиваем и нажимаем на надпись «Заголовок». Смотрите, сначала нам нужно зайти во вкладочку «Показать». Нажимаем сюда и выбираем, что мы будем показывать. Мы будем показывать только текст. Вот сейчас у нас по умолчанию стоит, мы показываем только текст заголовка. Вот, текст заголовка, только это показываем. Либо мы показываем только логотип. Если палочку сюда, будем только логотип показывать. Текста здесь не будет, то будет только картинка. Либо показываем оба, и текст, и картинку. Либо отключаем все. Но так как я хочу поставить картинку, я выбираю показывать оба. Либо можно убрать текст и показывать только картинку. Ну, пускай будет и текст, и картинка. Я выбираю показывать оба. И нажимаю «Сохранить». Далее нажимаю «Назад». И выбираю логотип заголовка, то есть картинку. Смотрите. Тут мы можем выбрать картинку 100 пикселей на 100. То есть должна быть такая вот квадратная картиночка, то есть логотип, заголовка. Итак, нажимаю «Выбрать изображение». Для начала я для эксперимента попробую выбрать любое большое изображение. Нажимаю «Открыть» и посмотрим, что из этого получится. Нажимаю «Выбрать» и смотрим. Видите, если изображение очень большое, то ну, это некрасиво смотрится. Поэтому выбирайте изображение тех размеров, которые необходимы, чтобы это было компактно, красиво все смотрелось. И все. Иначе будет такая вот просто большая картинка стоять у вас. Поэтому удаляем это изображение и выбираем изображение. В принципе, можно сделать маленьким, там 100 на 50, 50 на 70 или 100 на 100. Итак, я выбираю изображение. Это сейчас изображение я удаляю. Удалить. Ок. И загружаю изображение. Нажимаю «Выбрать файл». Итак, смотрите, загрузить мы туда изображение можем трех форматов. Это JPEG, обычная картинка, PNG с прозрачной, которая идет, и картинка GIF, которая с анимацией. Я решил поставить картинку GIF, которая с форматом GIF, которая с анимацией. Нажимаю ее, нажимаю «Открыть». А картинки вы можете взять в любом месте, то есть либо из Яндекс картинок, либо из Гугла. Даже вот те же самые картинки GIF, либо картинки PNG, все берутся отсюда. Просто пишите GIF картинки или, там, или обычные там какие-то картинки и загружаете. Итак, нажимаем «Выбрать изображение» и нажимаю «Сохранить и опубликовать». И вот теперь мы видим, что вот наш человечек, он теперь бегит. Это картинка GIF с форматом GIF анимации, и вот он бегит постоянно. И мне это прикольно, мне это нравится. Вот. Бугермен мой бегит. Так, теперь возвращаясь назад. Теперь, что мы будем выбирать? Мы можем выбрать следующее. Опять же, мы можем оставить только картинку, а можем убрать текст. Да? Или это можем сделать еще в другом месте, убрать текст. Но пока это ничего не будем делать. Сейчас мы выберем расположение, где же будет отображаться наш заголовок, где будет отображаться наше меню. Тут же еще будет и меню, допустим, главная страница, контакты, там еще какие-то страницы. Где это будет располагаться? И мы выбираем, где позицию нашей вот этой вот шапки, нашего, да, меню. Выбираем, нажимаем на header image position, нажимаем. И сейчас у нас позиция картинки, именно заголовка, она стоит вверху. Мы ее можем поставить вниз. Ставим точку здесь, то есть картинка ниже. Я считаю это прикольно, и это мне нравится. Если вам нравится такое расположение, чтобы заголовок был вверху, картинка внизу, вот заголовка, да, то оставляйте так. И также, смотрите, у вас здесь будет располагаться и меню, вот тут вверху, а не внизу. То есть здесь каждому как нравится. Допустим, главная страница, страница контакта, страница продукты, магазин, ну и так далее. Какие страницы мы сами придумаем. То меню, которое мы сами здесь создадим. Итак, я оставляю позицию картинки внизу, а заголовок с меню вверху. И нажимаю «Сохранить».
Итак, еще раз повторюсь, что все картинки любых форматов можно взять с Гугла как картинок, либо с Яндекс картинок. Также, если вам понравилась картинка с форматом GIF, которая анимация, вы тоже можете там их взять, написав GIF картинки и набрав какого-нибудь там интересную картинку себе и поставить. Опять же, размер тоже вы сами выбираете самостоятельно. Итак, давайте свернем и посмотрим, как это у нас все выглядит в настоящем виде. Обновим страницу. Вот так это у нас сейчас выглядит. Вверху бежит мой бугермен. Внизу картинка заголовка и все. Я считаю, классно и клево смотрится. Итак, на этом настройка заголовка и логотипа заголовка кончена. Увидимся в следующем видео. С вами был Джин Лав, Анатолий Быков. Пока!